have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Пойдем-ка мы сегодня в старый добрый бэт, который самый бизнес. Блин, я смотрел на машины, чувак, так нельзя. Кстати, это новый скин, если что. Я только зашел, только вообще понял, что происходит. И тут такие бам, я такой бах, и все. Классно, начало серии, пойдем попробуем кого-то убить. О, да, тут можно использовать вот эту фишку из... Ну, почти что. Из Апекса, когда ты вот так вот скользишь, но потом нужно добавлять все равно Shift, потому что то, что ты скользишь, оно все... Я вижу кого-то. Да, минус АИМ, я понял. Мне казалось, что я нормально стреляю, но нет, этот чувак меня переубедил. Кстати, греночки, надо не забывать, тут же... В никуда гренка ушла. Погодите, у нас Captured Down. А я в какой команде? Я в синий. В синий. Мы проигрываем. В том числе из-за меня. Так, я захватываю. Но я тут один. И мне это не нравится. Сколько народу? Мы играем 3 на 3? Я кого-то убил, но... Этот же чувак меня не заманал. Кстати, не знаю, что-то я не уверен, что я хочу играть 3 на 3, потому что оно когда побольше, оно как-то повеселее. Мы в любом случае эту каточку проигрываем сейчас, а потом посмотрим, может быть, я поменяю сервак. В моих глазах это выглядело не... О, тут можно бегать. В моих глазах это выглядело не так. Мы сейчас уже продуваем. Я думал, что я сейчас кидаю грену, там минус 3. И все, дефит. Ладненько. Тогда подождите, я, наверное... Пардоньте, поменяю сервачок. И мы с вами продолжим. Вот, у нас вроде более мясной сервак. Ну, по старой доброй традиции, меня убили просто с ножа, пока я стоял, втыкал. Так что все хорошо. Это враг, не враг? Черт, хотел мясо, вот тебе и мясо. Блин, вторая грена плохо пошла. Минус хэд. Минус второй. Нормально. Оп. Вот это, кстати, неплохой скинчик. Ну вот видите, когда больше народу, оно... Да себе! Вот это у чела скилл. Мое почтение. Они там сверху. Блин, я в невыгодной позиции. Да кинь ты грену, будь человек. Че ты так долго кидаешь? Так, осторожно, осторожно. Блин. Да как... Куба же... Я же смотрел на всех... А, его добили, хорошо. Ладно, ладно. Короче, я, наверное, сильно... Сильно ругаться на свой скилл не буду. Давайте сразу договоримся, что его нет. Мы здесь просто по фану. Обе грены вообще в никуда улетели. Погодите, это в меня летело сейчас? Черт, а тут нельзя залазить по стенам, как в Апексе, что-то. Давайте заходим с этой стороны. Один выстрел в хэд попал и все. О, чувака добили. Оп-оп-оп-оп! Вверх!
Это был, так скажем, профилактический огонь. По-моему, вот этих вот газгрен раньше не было. Это что-то прям интересно новое. Ай. Плюху словил. Только высунул нос, сразу же плюху словил. Моё. Фу. Этот бегал как заяц вправо-влево. Тут три человека, я ни в кого не попадаю. Вы серьезно? Ладно, вы сюда пришли смотреть за фейлами моими, так что все нормально. Грена. Я ее видел. Чувак ее уронил при смерти. И ты какого же фига? Я тебя видел. Как ты, блин, падаешь и просто меня с ножа ваншотаешь? У меня жизни было меньше, я понимаю. Ну, ладно, хорошо. Типа, я же его видел, я его контролировал. Думаю, сейчас он такой... спасибо. Думаю, сейчас он приземлится, я его тут приму. А он просто мне на голову упал. И все. Постриг меня. Так, тут уже наша спавнится. Хорошо, пойдем посмотрим, что там ближе к центру творится. Надо будет, кстати, посмотреть свои пушки. Я помню, что это у меня очень хорошо прокачано, да. Но что у меня там творится под ником? Денег у меня, кстати, не осталось. Нафиг сходить не хочешь? Деньги я хорошо потратил еще при прошлых покупках. А как? Вот это, что это такое? Вот, ладно, оно стреляет из чего? Из стена? Вон оно, вижу. И чем оно так стреляет? Просто серьезно. Оно даже не особо целись. Бах, 2-3 патрона в меня, и я уехал. Причем, я уверен, что оно на первом месте где-нибудь. Что-то тут. И как в это попадать? И что это такое, блин? За два удара и все. То есть я по нему попал 2-3 пульки. Его ушатали, ладно. Категорически против. Мне это не нравится. Я же его убил? Что-то не знаю, какая-то команда жестенькая против нас попалась. Как минимум три типка, которые... Вот этот чел с VIP-статусом, грубо говоря. Чел с этими серпами молотом, что-то он прям очень быстрый. Он скачет по нему, кроме того, что фиг попадешь, так он еще... Ладно, тут я сам... Вот этого домино, я его убивал несколько раз, тут я типа сам лоханулся. Вот, но тот чувак с серпом и другой фигней, ну прям как-то не знаю. Что, блин, извините? Надо будет посмотреть, что по пушкам. После этой карточки. Это свой. Тупанул. Оно ходит просто с револьвером. Залезь, ну залезь! Спасибо. Он сейчас упадет на меня. Это тот, который с серпом ходит. Короче, профессиональные котлеты приходят сюда играть, приходят пострелить. Ну, как бы... Он тут? Есть, мне помогли его убить, хорошо. Ну, вот это смотрится, кстати, неплохо, когда, ну, ты его стреляешь и попадает в него. А когда он один на один с тобой выходит, что-то оно вообще прыгает, бегает. Я тебя видел, тварь. Такого же фига! Серьезно, мне надо посмотреть, что у меня по пушкам творится. Я ж в него стреляю и попадаю, и все нормально. Оно берет и не дохнет почему-то. Вот, два попадания было. Откуда?
insane, вот реально insane, то, что у тебя там и написано в нике, вот это вот твои выстрелы, это реально insane, так нельзя. В меня целился вообще другой, и стрелял по мне вообще другой. Слушайте, у меня же тоже есть вот эта ледяная фигня. Как ножом драться? Я забыл. Ну да, 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 конечно, Скотт Мейн. Он на каком месте? На третьем. Ну вот как раз вот эти топ-3 игрока, Цилиндр, Скотт Мейн и... Вот они забирают все киллы. Хотя мы, кстати, идем неплохо. Видимо, у нас в команде есть какие-то тоже прикольные топ-игроки. Да, парочку раз топ... Это хорош! Да хорош, говорю! Блин, как ты меня фокусишь через три стены? Не? А я так не могу. То есть они так могут, что я забегаю за стену, по мне продолжает проходить урон, а я так не могу, круто. Что за место, где я сюда постоянно падаю, постоянно оказываюсь в каком-то говне, и потом выскакиваю на этих киберкотлет. Кстати, эту карту, по-моему, раньше не видел. Неужели? Вдвоем ушло, пришел этот подсосник и обоих забрал. Уверен, что второго чувака он тоже забрал. Дефит. Причем на 5 поинтов дефит. Сейчас я посмотрю, что с пушками происходит. Кракенбал. Ясно. Так, поинты, да-да-да-да-да. Денежки, денежек 420, ну-ну. Короче, взял себе новую пушечку. Она типа следующая после G36. Но фишка в том, что она у меня полностью не прокачана. Мне с ней нужно сейчас побегать немножко. У нее немножко лучше показатели на близко среднем расстоянии, так скажем. Что на дальней... О, я вижу. Я кому-то прописал в репу. Какой-то снайпер отхватил только что от меня без прицела. Это... Да-да-да-да-да. Да-да-да. О, я его убил. Блин, нас сейчас сзади гасить будут. Я уверен, что сейчас кто-то тут придет. Где, где, где? Пока что, кстати, идет неплохо. Мне нужно эту винтовочку немножечко раскрыть. Открыть ее потенциал скинчиков и обвесов. И тогда я думаю, что можно будет поменять. У меня, кстати, на G36 там и рождественский скинчик. Сюда пока что накинул хэллоуинский скинчик. Потому что более-менее пока еще хоть как-то отвечает стандартам. Ох, нам провести эту штуку долго надо будет. Да чтоб тебя, я пока понял, откуда оно стреляет. Ладно. Туда. Давай, ломимся. Не сюда. А как оно где? Нормально, прямо в людей прилетела грена, взрывается у них там почти что на фоне. Но нет. Наши. What mine is mine and what yours is mine. Давайте, чуваки, показываем метод владения этой штукой. Отвратительное место. Вот тут вот нас бы сейчас могли запросто контролить.
вообще в никуда грена ушла. Извините. А фиг ли вниз-то? Сюда? Нет, не сюда. Кто-то собирает киллы, я тут собираю патрол-поинты. Ну, кстати, в принципе, тоже почему бы и нет. Их дают довольно регулярно, если ты находишься в этой фигне. Это, знаете, победа пацифиста называется. Если сейчас никого не убьем. Так, по вектору они идут где-то спереди. Хотя вон ребят стреляют сбоку. Нормально. Ни разу не попал. Без меня обошлись. Как стрёмненько-то тут одному ходить, а? А сколько победа? Две? Ай. Ага, два раза тебе в нос. Нет! Свои. Я психанул. Это, кстати, она была в прошлый раз в чужой команде. Тоже очень жестко как-то играет. Мне, по-моему, 250 нужно будет для победы. Победа, победа вместо обеда. Просто в сторону врага. Черт, я же хотел автомат прокачивать. Я ни в кого не стреляю, но ни черта не прокачивается. Может быть, сейчас следующий будет царь горы. Посмотрим. Я что-то не уверен, как это все будет. То ли людям вообще пофиг, кто выиграет, то ли наши так хорошо там сдерживают. Я вот это пока что не особо уловил. У нас ненадолго отобрали инициативу, вон, видите, там у них 19 поинтов накопилось. Но потом наши ребята просто взяли, все отобрали, вернули. Куда мы сейчас пойдем? Опять туда, в туннель? Нет, опять по лужам гулять. Ну, пойдем. Эй-эй-эй! Это же Элис. Принял. Я ему в репу, кстати, приехал неплохо этому чуваку. Я видел красный прицельчик. В смысле синий? Идите к черту. Вот граната вообще рядом с ним прилетела. Это как это? Как они работают? Черт. На секунду отвлекся. Моментально. Окей, окей. Видимо, все-таки они решили, что им нужна эта победа. Не то, чтобы они ее получат. No need to fear. Оладушки here. Во второй игре на его все-таки накрыло, я не зря их кинул. Я его мог, конечно, просто пристрелить, но зачем? Надо же добавить драматизма ситуации, правильно? Ладно, КВ обманывал, я мог его и не перестрелять. Нормально. Мы идем дальше, хорошо. В никуда. Я иду, иду, иду с кругом, иду, ребят, защищайте. Ха-ха-ха!
Чувак уже на меня летел просто. Я тебя сейчас убью. Так. Highest KDR, most points, most kills. То есть то, что я в одно рыло выиграл нам раунд, не считается. Ладно, ладно, шучу. Давайте еще немножечко. 460 кредов, блин, вообще ни о чем. Так, ТДМ. Ну, пойдем в ТДМ. Наши синие, наши синие. Отлично. Где враг? Враг там. Пойдем. Так, вот эта черно-белая мамзель. Попробуем посмотреть, как она файтится. Прикиньте, сейчас прилетит моментально. Но она вроде что-то умеет. Вон они, вижу. Блин, его носит. Мне нужны обвесы на него. Такого же черта! Так бесит такая ситуация. То есть встречаемся в упор, я стреляю, он стреляет, но, блин, прилетает мне. Я понимаю, что я промазал дофига. Так. Эх, играть против котлет. А, вы его шатали, хорошо. Черт. Блин, я не знаю, может быть, все-таки вернуться на старую винтовку. Смотрите, смотрите, толпа, три человека его гасили. Для того, чтобы... Ну, блин, ну серьезно, это нормально по-вашему? Ну, мы, по-моему, у них спаун отжали. Это вообще как было? Он подошел, его ваншотнул сзади, и потом выскочил на меня с автоматической пушкой. А чем ты его тогда ваншотал? Может, у него, кстати, Блин, а если у него револьвер? Да, это тема. Чё-то тупик не туда приехал. А кто кидал? Да чтоб тебе я... немножечко. Да! Да, блин, запрыгни! Спасибо! Что-то жестенько прям сегодня идет, не знаю. Бывает, иногда играешь... И оно прям само заходит, само ложится. А тут... Ну, опять же... Ух ты ж! Собрался гренку кидать. Ну, блин, гренки кидаются 350 лет. Тебя чисто из револьвера успевают ушатать, пока ты грену кидаешь. Красота, блин. Профилактическая грена в никуда. Ну, теоретически, если бы там кто-то бы выбежал, может быть. Мы синие, мы проигрываем. Мы хорошенько так проигрываем в дважды уже практически. А чё стоим? Блин, чувак просто стоит АФКшит, нормально. Фух, мистер Вирус. Я чё, получается, лекарство? Если я убил вирус. Да, я знаю, с АИМом у меня сейчас беда, но как бы шо есть. А в кого? Ты чё делаешь? Олень. Вот смотрите, смотрите, оно просто проходит... Как нож сквозь масло. 3 кило, 4 кило, 5, 10, 15. Ёлки-палки. Долларовоглазый. Интересно, вся вот эта фишка с VIP, это типа скинчик или... Это прямо еще и pay to win.
Я никогда раньше в этой игре вроде как pay-to-win не замечал. Я не знаю, что поменялось. И поменялось ли хоть что-то. Блин, тоже чувак психанул на меня. В никуда грены, понял. Сегодня прям рандомных грен очень мало прилетает, к сожалению. Одна прилетела. Ну то, пока мы на патруле были, одна грена в одного чувака. Чё это за... Чё за... Какого... Почему тут листья салата валяются? Так, стойте. Серовка поуходил, дофига ли. А, их типа мало, но они хорошо... Их четверо, и они у нас выигрывают. Серьезно? Ну, учитывая, как они играют, стреляют, я, наверное, в это поверю. Хотя он по килл-чату. Вроде как наш кого-то... своего грена и вальнул. Красавчик. Офигенно просто. Это получается, эта катка вообще какой-то симулятор бега. Мы... попасть бы было бы неплохо, а? Чё скажете? Ну, по-моему, сейчас наши стали выравниваться, потому что тех тупо меньше в два раза. Ёлки-палки, я его перестрелял. Он с Томсом ходит. Я пошел. Я просто на испуге его перестрелял. Серьезно, оно выскочило, я в него зажал и попал. Вот и все. Что произошло? Так, их трое вообще осталось. Они тупо выходят все. Такие типа, ну, не, мы так файтиться не будем. Но их остался долларовый. Долларовый, вот он хорошо очень работает, но он не вытянет, по-моему, один за всю команду. Вон, опять кого-то грены ушатали. Да-да-да, у них уходят люди, и мы просто выравниваем счет. И сейчас, с другой стороны, чтобы у нас было больше киллов, нужно, чтобы у них было больше людей. А то они как-то спавнятся, по одному, по два человека дохнут, и все. Блин, даже не знаю. Серьезно, я не вижу даже смысла доигрывать эту катку, потому что она будет еще 12 минут идти, вот 12 минут вот этот симулятор бега. Ладно, ребят, тогда предлагаю так. В принципе, мы начали с середины катки, давайте на середине катки и закончим. Попробую, наверное, походить немножечко, покачать этот автомат, посмотрим, как оно получится. Пока что на этом все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем молодцов, всем покеда.